Как снизить количество случаев гибели людей на воде и свести их к минимуму? Этот вопрос был рассмотрен на итоговом заседании Пинского городского совета «АСВОД» при участии председателей первичных объединений общества. Также на собрании за лучшую постановку профилактической работы были награждены лучшие первички. Подробнее об этом в нашем следующем материале. Для Пинской городской организации «АСВОД» 2017 год был неоднозначным и весьма противоречивым. С этого начал свое выступление председатель Совета общества спасения на водах Юрий Пичугин. На фоне относительного снижения количества утонувших по Брестской области на 16%, в Пинске этот показатель увеличился в два раза. На водоемах утонуло 8 человек, тогда как в 2016 зарегистрировано 4 жертвы. Прослеживается определенная негативная тенденция, после которой необходимо сделать выводы. Сказалось, наверное, все-таки некоторое снижение профилактической работы в трудовых коллективах. Ведь есть решение Пинского горосполкома, в соответствии с которым мы обязаны не реже раза в год выступить и рассказать людям правила безопасного поведения, напомнить о тех рисках, которые присутствуют. К сожалению, вот последние, наверное, года два какое-то снижение наметилось. Будем эту ситуацию поправлять. Представители «АСВОДа» всегда готовы выйти в коллективы и вести разговор на тему безопасного отдыха у воды. Причем делать это необходимо не только в преддверии купального сезона, считает Юрий Пичугин. Как известно, рискованным поведением отличаются и рыболовы-любители, которые выходят на тонкий лед, не дожидаясь ледостава, тем самым подвергая свою жизнь опасности. На собрании также были подведены итоги деятельности первичных организаций. Лидерами в нашем асвободовском движении это является, несомненно, учреждение образования и здравоохранения. Это на их плечах в основном наши успехи строятся и в профилактической работе, и в других областях. Среди промышленных предприятий, наверное, надо отметить традиционно уже сильные первичные организации «Камертона», «Кузлитмаша». Снижение гибели людей на воде – главная задача, которая стоит перед членами одной из самых массовых общественных организаций республики. Огромный вклад в это дело вносят педагоги учреждения образования города, ведя профилактическую работу с подрастающим поколением. Формула безопасности – ответственность за себя, внимание к тем, кто рядом, умение действовать чрезвычайно ситуации. Этому мы учим детей и их родителей. Членство в первичной организации составляет 100%. Все сотрудники учреждения образования занимают активную позицию и всегда готовы на решение поставленных задач. В Пинске зарегистрировано 175 первичек и 50 юридических членов АСВОД, благодаря деятельности которых ежегодно удается спасать десятки человеческих жизней. Лучшие по итогам года были награждены грамотами и ценными призами. Лучшие в здравоохранении — это станция скорой медицинской помощи. Среди юридических членов это наша ЧУП ЛКИС, инвалиду по зрению. И на третьем месте у нас гимназия номер 2. Вот, кстати, гимназия номер 2, хочу пример поставить другим. Последние 3 года очень активизировалась профилактическая работа. Я уже, наверное, там скоро пропишусь, потому что все родительские собрания, все педсоветы и так далее меня приглашают. Ежегодно Пинская организация увеличивается на несколько первичек. В прошлом году она пополнилась за счет индивидуальных предпринимателей и частных фирм, где руководители и члены коллектива понимают всю серьезность работы, которую проводит общество спасения на водах. Увеличить численность своих рядов – это еще одна задача, которая стоит перед АСВОДом в нынешнем году.